Рада приветствовать вас, друзья, на моем канале. И в сегодняшнем видео я вместе с вами буду пересаживать свой карликовый фикус White Sunny. Что же любит этот малыш? Он любит, во-первых, влажную почву. Нельзя ни в коем случае допускать пересушки земляного кома, иначе он в одночасье сбросит все свои листочки. Либо же они пожелтеют, и вернуть их былую красоту уже будет невозможно. Но также нельзя допускать закисание земляного кома, и для этого в горшочке в обязательном порядке должен быть дренаж. Также Санни очень любит влажность воздуха. У нас сейчас очень жарко, поэтому я свой фикус опрыскиваю несколько раз в день. Расти он прекрасно может в обычном грунте универсальном. У меня это действительно универсальный грунт из обычного цветочного магазина. И что еще я вам хочу сказать по поводу этого малыша. Если вы вдруг заметили на своем фикусе Санни бело-зеленом чисто зеленые побеги, вот как у меня вот и вот, то их лучше сразу удалить, для того, чтобы такие побеги не разрослись и не вытеснили бело-зеленые. Что ж, друзья, в двух словах я вам рассказала о своем фикусе. Появился он у меня не так давно, но уже достаточно нарастил много новеньких. Вот веточек. Мне его подарила мама. Покупали мы его в цветочном магазине. Обычно я не покупаю растюшки какие-то очень дорогие в цветочных магазинах. Но вот этот мне безумно понравился, и мама мне его купила. Друзья, я еще удаляю один побег зелеными листиками. И я готова к пересадке, поэтому давайте приступим. Таким образом, друзья, я и посадила свой фикус Санни. Хочу еще отметить, что Санни не любит глубокие горшки, глубокие и высокие. Ему лучше взять более низкий горшочек, но пошире. Почему пошире? Потому что вот эти вот плети, вот эти вот веточки, которые лежат на почве, они очень хорошо укореняются, и благодаря этому фикус разрастается и делается пышной такой вот шапочкой. Еще раз повторюсь, не допускайте пересыхания земляного кома и как можно чаще опрыскивайте эту растюшку, потому что малыш очень любит повышенную влажность воздуха. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, тогда ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. С вами была Лина. Всем удачи и всем пока!